Вітаю, в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про музейну справу. В нашій студії директор Дніпровського науково-технічного музею «Машина часу» Михайло Прудніков. Михайло Прудніков, директор Дніпровського музею «Машини часу». Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Протягом багатьох років займався автоперегонами. Автор низки проєктів, пов'язаних з ретромашинами «Жінка і авто», «Віртуальна канатна дорога», «Автопробіги», «Хобі», «Історія», «Подорожі». Михайло, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, 8 років тому, в листопаді 2013 року, було відкрито технічний музей «Машини часу». Спасибо, що пам'ятаєте таку дату. Михайло, ви називаєте себе просто охоронець старої техніки, котрий 18 років йшов до мрії про створення такого музею. Коли саме з'явилась ця мрія? Чи пам'ятаєте той самий момент? І взагалі, про що мріяли? Чи дійсно вона все ж таки? Ну, хотів б зараз, поскольку ефір, сказати, що вже статус помінявся. Я тепер вважаю, що це раніше я акумулював техніку, от якраз для того, щоб створити музей і був, можна сказати, її охоронцем, для того, щоб її случайно неправильно видоизменили, то есть, чтобы она оставалась именно аутентичной техникой. А сейчас бы я сказал, что я транслятор истории, потому что пытаемся собирать историю, связанную с автомобилями, с людьми, людей, которые жили и живут здесь, в Днепре. То есть мы ее узнаем и потом транслируем через экспонаты нашим посетителям. Теперь я с вами полностью згодна. Так, и варто тоді замінити інформацію на сайті. Ну, она там и будет уже, просто может быть... Додати. Да, возможно. Нову актуальне. Возможно. Тож, коли з'явилась взагалі ось ця ідея про створення музею? Ну, она посещает любого человека, когда вот у него происходит процесс расширения. То есть, ну вот, жили вдвоем, потом появились дети, и вот стало понятно, что в квартиру не помещаемся. То же самое... Автомобили... Да, они размножаются. То есть, множились. Да, то есть автомобили сначала, как всегда, появляется один, а потом их получается чуть больше. И как бы проводились выставки, и стало понятно, что людям нравится смотреть на автомобили, получать удовольствие, но не раз в году, а чуть чаще, и поэтому навеяла эта идея, что должен быть музей. Яке авто було перше у вас? Тут факт неоспоримый. Это «Победа» желтого цвета 1954 года. Она сейчас как раз находится в музее. Она приобрелась. Вот есть такой проулок Игарский тупик на проспекте Гагарина, бывшего профессора ДХТИ. Вот фамилия на «Я», но я ее забыл. Ну, время ж идет. То есть это действительно была первая машина, как сейчас помню, как я ее забирал из гаража, она была подвешена, гараж был с отоплением, много запчастей, там 4 канистры бензина, 2 комплекта резины, ну, то есть полное уважение к машине. Выезжали раз в год в Крым, поэтому пробег у этой машины был 37 тысяч километров, и я не мог ее не купить. Угу. Це була ваша перша авто, на якому ви їздили, так? Да, да. То есть она покупалась как бы изначально для развлечений, потому что родился сын как раз, и нужно было думать, как проводить досуг. То есть вот думали, будем выезжать ярко на этой машине в Макдональдс, в парке и так далее. Ну так и было. Угу. Скільки років на ній їздили, і потім... Так коли... і зараз продовжуємо. А, тобто то есть, це авто у вашому використанні? Ну, у нас же не кунсткамера. То есть всі автомобілі, які в колекцію музею машини времени попадають, вони не попадають як стоячий експонат, який перекосився через 10 років, і його ніхто не заведе. У нас всі машини експлуатуються, всі на ходу, хоч зараз називайте автомобіль, поїдемо, заведемо. Тобто є така опція, якщо прийшли гості до музею, то вони можуть... проехаться на... Нет, такой опции нет. Это, опять же, если нужен по проекту или это ретро-пробег, то мы это можем сделать. То есть прокат у нас не практикуется. Але для особистых выпадков? Для журналистов, да. Чудово. Обов'язково приедемо, да, и используйте свой статус. Так, так, так. Цим варто
скористатися. Михайло, тож музей вже працює 8 років, так? Чи святкували ви день народження музею? Ну, конечно, когда музей рождается, об этом нужно заявить, потому что это помогает в дальнейшем о том, что о тебе узнали. Потому что по прошествии еще 5 лет, многие, приходя в музей, мы о вас не знали, как это, что это. Ну, то есть, ну, город-миллионник, достаточно сложно. И нам было действительно тяжело, пока улица Крестьянский спуск была в плохом состоянии. Но вот наша городская власть сделала ремонт, и теперь у нас автострада мимо музея. Теперь все могут доехать, потому что обычно экскурсионные автобусы жаловались, как вам доехать. Посетители все время спрашивали за эту дорогу. Теперь все идеально, но немножко мешает коронавирус. Але ж насправді там набережна Перемоги досить поряд, і, в принципі, навіть пройтися до вашого музею не так довго. Ви ж знаєте, це неоднократно обсуждалось, що у нас люди привыкли прямо під крыльцо приїжджати і виходити, падати в стул на мероприятие. То есть, ну, сейчас, конечно, ну, все переходят на другой ритм, надо пешочком пройтись, здоровье и так далее. Я сам вот прошел кружочек, пока парканулся, ну, что нашел место, пришел пешком, для здоровья полезно. Так, згодна з вами. Михайло, тож, чи всі плани виправдались? Чи, можливо, навіть перевиповнили свої ідеї і мрії? Ну, ми живемо независимо. Ну, нам приємно все-таки, коли ми отримуємо грантові підтримки. Тобто, ну, для цього потрібно працювати, для цього потрібно красиві і актуальні проєкти для общества писати. Тобто, звісно, перше существування, там, перша наша 5-летка була складною, тому що ми зарабатували своє ім'я. Ну, зараз нам гораздо проще, коли об'являється якась грантова підтримка з новою програмою і зі своєю історією, ну, як би виграти і отримати небольшую матеріальну помощь от грантодателей, ну, то есть для осуществления новых выставок. Михайло, я так бачила, що у планах була у вас така ідея, так, яку ви, напевно, втілили, наскільки це вдалося, от саме експозиція «Автоспорт». Це така малознайома для Дніпра тема, так? Ну, вона дійсно малознайома, тому що ми були закритим містом, у нас не було ні кольцевої, ні кросової траси. Тобто, іноді устраивались ралі, але це між таксопарками. Тут дуже сильно себе проявив Борис Петрович, у нас ралі Дніпр з'явилось, по-моєму, 79-го року. І з цього моменту как бы, ми стали все-таки каким-то містом, де проходять автосоревнования. Ну і було очень интересное мотокроссовое соревнование мотокросс имени генерала Пушкина, ну, то есть именно тому танку, генералу, который управлял этим танком в тоннельной балке. То есть это два таких соревнования. Ну, они статус как бы имели, ну, городской, можно сказать, республиканский, но все равно этого мало. И королевой автоспорта считается Формула-1. Кажется, в Советском Союзе Формулы-1 не было, была Формула-3, но все равно это лучший вид спорта, автоспорта. То есть гонщики поэтапно идут. Они сначала, извините, на велосипеде ездят, то есть они велоспортсмены, потом они завоевывают себе место, они становятся мотоспортсменами, потом они выбивают себе место в автоспорте, а после этого, если из них кто-то пробился в формулу, ну это считается, что он все, он король, он все в этой жизни попробовал. Но ведь Формула-3 рахуется. Да, да, да. Ну, потому что у нас с автопромышленностью было не все сильно густо, а Формула-3, она базируется на элементах серийных автомобилей и не такая мощная по объему. Ну и ближайшая автотрасса, которая есть рядом с нашим городом, это Киев, автодром «Чайка». То есть он как бы был построен в конце 70-х, это самая большая в Европе на тот момент трасса. Она уникальная, она объединяла в себе и летчиков, и парашютистов, и моделистов. Ну, на сегодняшний момент немножко находится в забвении, но все в руках, как говорится, киевлян. Могут восстановить, и будет интересная трасса. Но именно там и участвовали наши автомобили «Эстония», которые представлены в нашем музее. А скажите, загалом на территории Украины это единый автодром? Да, ну то есть как бы так получалось, что автодромы строились в республиках, то есть они точно так же есть в Грузии, в Эстонии, в Белоруссии и в Литве. То есть, ну где их восстановили после этого хорошо, это трасса Рустави в Грузии и Бикерениеки трасса в Литве. То есть там проводятся международные соревнования и как бы наши машины даже туда выезжали, что-то завоевывали. Михайло, а як ситуація з технічною бібліотекою? Я бачила, що вам інколи навіть до музею приносять подарунки, якісь книги.
Вы знаете, это бесценная информация, когда сталкиваешься с каким-то автомобилем, по которому уже нет воспоминаний, нет тех дедушек, которые могут рассказать, куда какая шпоночка прикручивается. И именно в этом случае к ним обращаешься. Это, конечно, не художественная литература, она техническая, ей, ну, не уделишь столько времени, обращаешься только от случая к случаю. Но она бесценна, то есть ее нужно хранить. Действительно, у нас на сегодняшний момент она очень в большом количестве собрана, и на любой вопрос мы можем ответить в техническом плане. Михайло, а скажіть, будь ласка, загалом ви самі от стосовно технічних питань теж все розумієте, все знаєте, і я думаю, що ви зараз не збираєте. Тільки руками не ділаю. Руками вже не робите, але раніше робили. Ну, в студентстві, да, я свою машину. Тобто була така ситуація, що вам дали, наприклад, там, мішок з запчастинами, а ви їх зібрали, отримали або автомобіль. Та ні, просто досталась маміна машина, і як би я на ній їздив, а на станцію АвтоВАЗ договоритися було дорого попасти, і невозможно. Можна очередь, дефіцит, тому прийшлось осваювати автомобіль своїми руками. По книжкам? Раніше Ютубу не було, да, ну, так? Раніше гаражний кооператив – це була енциклопедія. Тобто туди заходиш, там було 44 чоловіка, які були рядом, яким можна було обратитися, і всі з удовольствием общались. Це зараз немножко умерло, це направлення. Ну, гаражів стало менше, але в них все ж таки, просто старі хазяїва, які обладали тим, що вони можуть транслювати молодежі, ну, к сожалению, вимерли. А як стосовно подарунків? Я бачу, що вам інколи ту книги, як я казала, приносять. То, да, можливо, подкидыши якісь бывает старовинні, даже. Старовинні такі подкидыши, речі. По двері навіть приносять. Вот, недавно вот, був дитячий велосипед, книга. Ну, то есть это именно под крыльцо просто люди оставляют. Иногда, ну, а чому, вот, чому ж не зайшли, не віддали в руки? Ну, может, они не в рабочее время, ну, то есть, mm-hmm. ну, спешили куда-то. То есть вот недавно человек подарил интересную педальную машинку. Ну, то есть в данном случае, когда нам что-то дарят, мы тоже идем навстречу, они бесплатно получают проход по музею, мы им даем еще пригласительный на семью, выписываем памятную грамоту о том, что они передали, ну, такой экспонат музею. Ну, из знаковых, вот недавно, если вы знаете директора Музей украинской живописи, он тяжело расставался с мопедом, он мне про него давно рассказывал, мопед «Карпаты», на котором он прошел курс молодого бойца, и вот он его передал нам в музей, и мы даже вот начали его реставрировать. Есть Илья Мягков, который только по мопедам, он его буквально за полчаса оживил, и мы даже такой маленький ролик с ним сняли, как катаемся вокруг музея, а когда мы его осмотрели, мы даже нашли ранний рисунок Бурбела. Зрозуміло. Бурбєла, давайте зазначимо, це директор музею зараз, да, українського живопису. Да, да, да. А засновник – це Наумов? Да, да. Ну, директор именно музея. То есть, как бы вот это был мопед «Карпаты», то есть он где-то 91-го года с небольшим пробегом. А, до речі, стосовно директорів музеїв. Так. Так, або власників. От, чи, наскільки ви спілкуєтесь часто? От, ви вже зазначили, що з музеєм українського живопису також плідно вже співпрацюєте, навіть, ну, конечно, передаючи. Ну, в определенний період времени ми работали совместно з музеєм Єварницького, потім був художественний музей, були совместні виставки і мероприятия. Проекти, напевно, так? Да, да, ну, автомобіль искусства. Ми использовали картину, как он передает автомобиль. С Сергеем Бурбелом мы достаточно часто, у нас общий билет бывает между музеями. Ну, кого я еще забыл. Но единственное, с современным музеем, музеем истории Днепра, мы еще не вышли на какой-то проект, но я думаю, что это все впереди, потому что мы постоянно общаемся и по экспонатам, и по информации. Я думаю, такі колаборації, вони, в принципі, теж захоплюють увагу і дніпрян, і все більше привертають, так, это, ну, увагу до музеїв. В другому змірені. Тобто ми, виходить, перехватуємо посетителей постоянних цих музеїв, які вот ходять тільки туди. Вони не розуміють, що техніка, вона пахне, вона, як говориться, неінтересна, вона нічого не виражає. А ми їм доказуємо совершенно другое, що прийдіть, техніка теж художественная, красивая, і посмотрите. І так, дійсно, було з художественним музеєм. Мы видим, приходит мужчина в длинной шляпе и в плаще. Я говорю, а вы случайно не с художественного музея только что были? Ну, когда там идет параллельный сон, да, я оттуда. Так, ну, это нетипичная личность на посещение нашего музея. То есть перекресток происходит, и человеку хорошо, он увидел что-то необычное, потому что он ходил все время только прямо, не поворачивая никуда. А тепер вони розуміють, що є можливість і
потрапити в інший музей. І він ну, у них теж відкриваються совершенно нові взгляди, тому ну, і в музеї ми намагаємося прививать эту науку о том, что нельзя в музее находиться сам в себе. То есть ты должен что-то узнать, что-то спросить, возможно, даже вот спросить у экскурсовода, прочесть эту табличку или прослушать экскурсию. Михайло, до речі, от в музеї машини часу є екскурсія. Вона одна, чи, можливо, є такі екскурсії, які якраз саме для дітей, є екскурсії для дорослих, є, можливо, якісь тематичні саме екскурсії, як можна обрати ту, яка до вподоби. І, в принципі, ну і потім вже розкажете, коли музей саме працює, які карантинні обмеження. Ну, звісно, ну, зараз все гораздо складно. Ми маємо тільки десь 50% своїх звичайних посетителей, хоча осінь до Нового року – це хороше час для посещення музеїв. Ну, что сделать, если такая ситуация во всем мире, то есть вход у нас только по сертификату, а дальше, ну, мы пытаемся, понимаете, для взрослых что-то поменялось в этом мире, а для детей нет, они все равно хотят развлечений и каких-то новых эмоций, поэтому они все равно находиться дома не могут, поэтому мы небольшой продукт такой вот как раз под карантин разработали, чтобы детям было веселее, а взрослым чуть проще, когда детям веселее, они больше отдыхают. А то у вас есть какие-то заходы? Ну вот поэтому Або проект спеціалізований для дітей. Ну, ми зараз розробили іменно дитячий квест, який слегка ми підсмотрели, тому що підсматривати, як говориться, приймати досвід. Да. То есть, вот, допустим, я був, когда до карантина, до об'явлення красной зоны, как раз кузнец Талисман провел свой фестиваль. И я посмотрел, как хорошо у него такой обходной лист, где нужно было подклеивать наклейки от выполненного задания, и потом они получали приз. Ну, мы немножко переформатировали, но то же самое использовали. Мы сделали мультяшные герои, которые на сегодняшний день популярны у детей, и связали их с автомобилями. То есть, проходя как бы этот квест, ну, кроме того, что они отгадывают задания, они должны правильно на этой карте вклеить мультяшных героев, параллельно узнавая информацию, небольшой абзац, мы их не перегружаем про этот автомобиль, потому что детям достаточно сложно слушать технические экскурсии, поэтому мы в них вливаем информацию точечно. Тобто є такий квест. Да, як на нього можна потрапити? Який вік дітей? Ну, інтересно, це где-то, я думаю, з 5 до 12 лет, но у кожного дитинство розвивається по-своєму. Ви так розповіли, що, як на мою думку, то й дорослим може бути цікаво. Так, воно так реально і є, особливо, коли парень з дівчиною, вони намагаються друг друга давити інтелектуально і розгадувати цей квест. Ну, тобто, це при покупці білета, він автоматично видається. Ну, крім цього, опять же, я же говорю, мы трансляторы, и хотелось бы, чтобы человек с музея не просто обошел вот эти 33 машины, сам прочитал таблички. Мы просто хотим передать информацию, потому что, во-первых, экспонаты постоянно меняются в музее, и наполнение этих экспонатов в зависимости от выставки меняется. Поэтому мы ввели в субботу-воскресенье бесплатные экскурсии. Конечно, можно и так заказать экскурсовода, но бесплатные экскурсии сделаны для тех, кто, может быть, это не может себе позволить, или как бы ему сложно это сделать, а они могут рядом постоять, послушать и потом сами подключаются к этому. Потому что так приятно слышать, когда прослушали эту 25-минутную экскурсию, этот человек потом приводит своих же друзей и немножко, как в испорченный телефон, транслирует то же самое. Но это значит, ему зашло, ему это интересная история, и он пытается ее распространять дальше. То есть, ну, это такой интересный ручеек, который перетекает потом в увлечение этого человека. Возможно, он потом тоже откроет свой музей. Або, може, просто стане автомобілістом і захопиться автомобілями. Культурним автомобілістом. До речі, от стосовно культурних автомобілістів, можливо, є якісь такі історії цікаві, які от саме розповідають про те, що хтось після відвідування вашого музею все ж таки став, можливо, культурним автомобілістом. Ой. Або, можливо, просто автомобілістом. Ми такий маленький штришок в цій великій динамічній житті, що, боюсь, я вас такою статистикою не порадую. Ні, не треба статистику, можливо, є якась історія. Ні, ну, по крайней мере, ми, опять же, виступаємо партнером з нашим городським управлінням поліції, і у нас в музеї була виставка, зв'язана, автокультура. Ми 6 епізодів розказували про правила дорожнього движення, привлекая к этому внимание, транслируя небольшие фильмы. Прямо в музей приезжала полицейская машина, и детям она была доступна. Как бы они понимали, что полицейские не кусаются, а это интересно. То есть примеривали бронежилеты и, опять же, общались, как правильно, где поступать.
ну, как бы это не такой эпизод быстрый, который вот моментально приводит к реакции. То есть это вот должна быть работа в музее, это должна быть работа в школе, это должна быть работа полиции, и тогда общий итог будет снижение, ну, какого-то процента в рамках там города, аварийности или несчастных случаев на дороге. От, до речі, про ті проекти, які ви тільки що перелічили, це такі досить соціальні і важливі проекти. Да, ну, он так і позиціонувався як соціальний проект. Його ще й транслювали, ну, вот, допустим, один із епізодів ми рассматривали в музеї, это как правильно переходить пешеходный переход велосипедистам, потому что, ну, они банально до сих пор не знают, что с велосипеда надо спешиться, такое есть выражение, как да, и с лошади. Да, правда, это да, и они право. Должны спокойно перейти, как обычный рядовой пешеход. То есть, ну, мы это доказывали легким фильмом и, кстати, авторитетным автогонщиком Владимир Окороков это лично показывал, потому что он чемпион и по велоспорту, и по автоспорту. То есть вот авторитетный человек это показывал. Михайло, я знаю, що ви також були автором проєкту «Жінка і авто». Це виставка, завдяки якій ви намагались зруйнувати гендерні стереотипи. А його ні. Чого немає? Гендерного стереотипа. Тобто цей проєкт направлений на те, щоб привлечь внимание, але він розвінчує це. Тобто, коли ми сталкиваємося з статистикою, тобто із сучасною роботою автошкол, то виходить, дівчинок зараз приходять на курси більше. Дівчинки теорію знають краще, ніж мужчин. Но жінки, напевно, вони прискіпливі. І единственная у них проблема в практиці, ну, то есть, ну, небольшая, но которую они при наличии, опять же, автомобиля, ну, за год догоняют. Ну, а опять же, если брать статистику, когда мы подводили, где какие женщины и чем управляют, то вы просто обратите внимание на Горэлектротранс. Ну, то есть какое сумасшедшее количество людей. Ну, я просто сейчас этот проект два года как закончился, но не вспомню, сколько перевозит банально первый трамвай. А кто им управляет? До речі, ну, 80%, я навіть не згадаю, що 80% я бачила чоловіка, это женщины, то есть, как бы, и тролейбусы, ну, ситуация похожа. Поэтому, как бы, в электротранспорте мы им доверяем, и это не вызывает никакого аскетизма и там что-нибудь сказать нехорошее на дороге. А если она едет в красном Феррари, ну, вот нам обидно. От, напевно, вірно ви сказали, образливо, так? Ось це така червона лінія, яка, ну, напевно, створює ось ці якісь гендерні стереотипи. Ну, кстати, вот за счет этого проекта мы, ну, нашли, опять же, очень интересную информацию. То есть, поскольку мы, когда начинаем готовиться к проекту, мы сбрасываем информацию в центральные библиотеки, мы сбрасываем информацию в областные музеи, именно там Кривой Рог, Никополь. И вот, когда мы начали искать, кто же управлял из женщин каким транспортным средством, мы вышли очень на интересную информацию. У нас единственная в Украине есть Карина Хачатурян в Кривом Рогу, которая командир экипажа пожарных. То есть, представьте, она управляет, вот там их пять, и она командир экипажа. То есть мы ее приглашали именно на открытие этой выставки. Она, ну, является хорошим примером, потому что она постоянно еще участвует во внутренних соревнованиях пожарных наравне с мужчинами. То есть нет разницы. Пожарно-прикладные. Да, вот что-то такое. Ну, вот, допустим, буквально перед этим проектом были фотографии, ну вот просто она там изможденная. И она третья, ну, как правильно сказать, забежала на 22-й этаж, полная амуниции. Ну, то есть у них есть такое соревнование, чтобы, ну, вот спасти кого-то. То есть третья, ну, мужчины тоже. Серед чоловіків і жінок. Да, да, там нет разделения. Дуже добре, що ви ось такі приклади розповідаєте. Ну, і, в принципі, ви теж своїми вопросами б'єте в точку, в такі в актуальні процеси і проекти, які ми проводили. Так, от навіть я дивлюся, як анонс, що ви знайшли тих, хто керував і керує навіть таким транспортом, як танк, паровоз, вантажівка, самоскид, службовий автомобіль ДАІ, таксі, да, ну, маршрутки, все, тролейбуси. Вот по всем, что вы перечислили, ну, есть реальные имена, то есть, ну, может, кого-то я сейчас не вспомню уже, ну, допустим, если брать, была интересная тенденция, ее до этого не было, у нас была Валентина Дрижан, которая вот тоже была героем, нашим гаишным милиционером, которая дежурила на перекрестке Воскресенская и проспекта Ивардицкого, та Ленина, и проспекта Карла Маркса. То есть ее задача была, тогда Центральный банк был немножко с другими нагрузками, которые там на углу находятся, и там знак был «Остановка запрещена». Вот она этим знаком занималась. Сколько связано человеческих историй с этим знаком и с этой женщиной. И даже вот она такая была, ну как это,
ну, тот человек, который должен выполнить приказ, вот если ему дают. Поэтому ей даже на эти задания, когда она выходила, не давали оружие. Цікава історія. Ну, то дуже добре, що ви, в принципі, я так розумію, що ви автор, ініціатор цього проєкту, так? Ну, причому, ну, у нас є група, яка допомагає мені, ну, тобто, так, чоловіка 3-4 в музеї, ми складаємося не тільки моїми ідеями, тобто, ми слухаємо різне мнення і за счет цього виходимо на проєкт, який актуален для общества і інтересен. Тобто, ну, не можна придумати проєкт, який інтересен інопланетянинам на Луні або на Марсі. І запропонувати звичайним людям. Так, тобто, він має бути інтересен нашим громадянам, тобто, для того, щоб вони щось із цього черпали, або опит, або розуміли, що от ця сусідка на лестничній площадці, яка така незрачна, в своє время творила чудеса. Це точно. Михайло, тож є ще філія музею машини часу. Да. Це музей дитинства. Так, да, ну йому ще годика нет, от якраз через пару місяців буде. А скажіть, це взагалі ідея ваша була створити музей дитинства? Чи хтось, ну, саме ваша команда? Витіснення експонатів. Ну, тобто, виходить, ну, за счет того, що ми постійно створюємо нові виставки, ну, під кожну виставку потребує нового оформлення і поступлення експонатів. Тобто, от вони з'являються. Після того, що ти їх не будеш розпродавати обратно або роздавати. Тому виходило так, що у нас за це час виросло велике кількість експонатів, зв'язаних з ігрушкою. Плюс я завжди їздив по проспекту Поля, проспекту Кирова тогда, и вот этот комбинат игрушки, он всем запал в голову, и вот сейчас эта остановка комбината как бы нет, а комбинат игрушки есть. То есть мы все помним этих гномиков, этих маленьких белазики, которые выпускал, поэтому мы собрали всю эту линейку, раскопали даже тех людей, которые там работали. У нас есть, опять же, про наш Днепропетровский комбинат игрушки, ну так, процентов 60 то, что они выпускали, хотя мы в постоянном поиске ищем дальше для того, чтобы эту историю транслировать. Ну а реально комбинат игрушки работает. То есть я удивился, что сейчас они некоторую часть пресс-форм используют, ну то, что вот пластиковое и жесткое, ну то, что для ребенка не является таким тактильным. А вот они перешли на то, что они руки делают, лицо, на более другие материалы и успешно даже за границей Украины эту продукцию продают. Ну, наверное, немножко не в тех масштабах, что раньше, но что-то есть. Але все одно. Тож, музей дитинства зараз, він тимчасово не працює, так? Ну, зв'язано з карантином, з тим, що все-таки ті, хто відповідальні лица, які в ньому працюють, не так багато, 3 чоловіка, але коли власть говорила «вакцинуйтесь», всі хлопали ушами. Тому от вони десь вийдуть в середині декабря на свій ковід-паспорт, і після цього ми зможемо законно приймати там посетителів. Тобто, чим тимчасово не працюють, але... Ну, он как бы в закрытом режиме работает, мы нарабатываем программы, и, конечно, ну, он включится, и будет что-то новое сразу. Михайло, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли на ефір. Якось так час сплинув, тому бажаю успіху вашому музею, музейній справі. Спасибо. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий Open TV Media», YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.